Ой ты, ой-ой-ой. Ну что ты хочешь? Говори. Но? Давай. Я стесняюсь на камеру. Витя, давай. Не хочет, да? Витя, я снимаю, давай. Да я знаю, что ты снимаешь, но не клюет у меня. Говори, всем привет. Витя, давай. А я отстань, да ты. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Он тут Витёк ловит серьезным лицом. На венте сегодня пробуем поймать вимбу, окуня, леща. Пока не очень. Ветер сильный. Задувает. Камеры тоже ничего не слышно будет, наверное. Видите, прикрой от ветра. Какие прогнозы на сегодня? Ну, ждем обеда, может в обед что-то будет. Видите, вот так вот выкачивает. Выкачиваем. Вимбаса. Какого баса? Она подлещет. Вимбаса? А, вимбаса. Вимбаса, вимбаса. Народу много. Ветер, блин, только сильный. Он задувает в камеру, наверное. Царь рыба. Что-то хорошее взяла. А? Придавил. Не знаю. Ох, лещ. Не, или... Ой, не знаю, не знаю. Да. Вимба, наверное. Если вимба, то это очень здоровая вимба. Я ее видел. Ну-ка посмотри. О. Вимба, да? Угу. Ой, красивая. Ой, какая. Вот такая вот. Блин, вот за такой приятно, да. Вимбочка у нас. Красотка. К сожалению, не успел снять поклевку. О, лап-лап. Прижал, говоришь, да? Ну так, дым. Окушок? Ты что, жара пошла, что ли? А? Лёха поймал. Кого? Окуня. Килограмм. Килограмм? Ну. Блин. Тот что-то тащит, не? Где? А, не. Ух ты, как он. Опа. А, сошел, сука. Да сошел. Хорошо подтянул. Тут леска 0,8, блин. Ага, ага. Хоть заснял поклевку.
Блин, на Вимбу все-таки приятнее дрочить, не так рука забил. Ну да. Не, когда он клюет, черт с ним, блин. Не, ну так, да. А когда тут одного ждешь, ты забыл дрочить. Ух, 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 что-то хорошее. Это что? Да. Ну, окунь, я думаю. Ух, как он, ух. Потихоньку, потихоньку. Нифига тянет. Иди расслабь тут леску, Витя, на катушке. Окунь, наверное. Леска 008. Не торопись. Ух, как он. Ой-ой-ой-ой. Что там, окуняра? Оторвал? Да. Там что-то пи***. Не знаю, как записала сегодня видео, потому что ветер сильный у нас. Но что-то вроде наснять получилось. Это, я думаю, у нас сегодня будет последняя лунка. Сидим здесь немножко еще и будем собираться домой. Какое видео получилось, я не знаю, говорю еще раз. Но все равно я постарался. Ветер сегодня ужасный. Бывает, даже стоишь на льду, сносит. Порывы чуть ли не до 15 метров сегодня писали будут. Ну а кто досмотрел видео до конца, думаю, респект вам. Всем спасибо и всем пока. Витя, блядь. Шуточки у тебя, блядь, с таким льдом еще, блядь.